Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Kinder Monster. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои первые видео. Но сегодня я снимаю мою игру продолжение. У меня сейчас в игре китайский Новый год. Ребята, смотрите, вообще поменялась другая стала картинка. Не как прежняя, а сейчас китайская. Смотрите, там здания с драконами, рыбки уже другие. Уже Остин одет по-другому, как китаец. И фонарики везде китайские. Но сейчас мы будем заходить, и там все китайское будет. Даже украшения покупать китайские. Вот смотрите, ребята, у меня выросли какие-то кувшинчики вот здесь. И они как светильники. Вот. Еще я подняла два крокодила. Вот наш двор. Сейчас мы хотим поменять ворота еще. Так. Давайте что-нибудь купим из этого. Аллеи огней, например. Деревья розовые. Как думаете, ребята? Лучше их взять? Ну, давайте возьмем их. Смотрите, аллея. Так. Весна происходит, дарит нам яркие краски и настроение. С вишневым деревом улица выглядит просто потрясающе. Это китайский мудрец. Ну, похоже на это. Так, теперь что-нибудь еще мы поменять. Смотрите, скамейки с огоньками. Как вы думаете? Думаю, самое то. Берем. И, кстати, сегодня я буду открывать полностью тур. Так, еще что-нибудь. О, ворота монета. Давайте возьмем их. Смотрите, ребята, прикольно. Теперь у нас все будет китайское. Я даже не знал, что есть китайский Новый год. Вы, ребята, знали? Пишите в комментариях. Так, давайте строгая плитка. Ну, давайте ее возьмем. Мне кажется, она будет красивым. Вау. И такие интересные, красивые рисунки. Вот уже музыку катаем. И сейчас я перехожу там, где я открывала. Вот. У меня вышла статуя здесь. И я подняла крокодила. Еще тут бобры построили дом. И давайте обустраивать. Позвонить в национальный парк. Национальный парк. Добрый день, специалист национальный парк Нора Грин. Чем могу помочь? Здравствуйте, меня зовут Остин. И у меня есть к вам интересное предложение. Сразу предупреждаю, нас не интересует покупка посуды, гороскопы и реклама в интернете. Так что если вам больше ничего предложить, то я, пожалуй, пойду кормить медвежат. А бобры дикие, здоровые бобры вас интересуют? Бобры? Это уже интереснее. Откуда они у вас? Позвольте спросить, надеюсь, не контрабанда. Иначе для вас это будет плохо кончиться. Нет, что вы, скорее хорошая экология.
наше видео подходит к концу. Кому это видео понравилось, поставьте лайки, подписывайтесь на канал Kindermosh TV и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои первые видео. Ну, а на следующем видео я закончу открывать тур. И всем пока-пока!